Белорусы создали свое независимое государство благодаря памяти об истоках и верности земле предков. Об этом президент заявил накануне во время вручения премии за духовное возрождение. Александр Лукашенко в вступительной речи поздравил всех лауреатов, пообещав и дальше поддерживать тех, для кого культурное наследие Беларуси – дело жизни. По итогам прошлого года вручено 5 премий за духовное возрождение. Среди лауреатов – Белорусская ассоциация многодетных родителей и Общественное объединение ветеранов. Также вручены 10 специальных премий деятелям культуры и искусства. Большая честь для коллектива Белтелерадиокомпании – специальная премия президента за реализацию творческих проектов и премия «Белорусский спортивный олимп» телеканалу «Беларусь-5». Есть среди лауреатов и представители нашего региона. Специальную премию президента за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, реализацию культурных проектов и мероприятий получил военно-патриотический центр специальной подготовки до призывной молодежи «СКИФ». Более 20 лет он работает на базе Речицкого отдела департамента охраны МВД. В центре ребята проходят воздушно-десантную, альпинистскую, водолазную, тактико-специальную подготовку. Занимаются смешанными единоборствами, учатся оказывать первую доврачебную помощь. Мы очень гордимся. Приятно, что СКИФ заслужил такое внимание, отметил руководитель СКИФа Владимир Габров. Будем развиваться и совершенствоваться дальше.